никогда не упускаю возможность побыть в зале, где много кошек. Ведь даже созерцание усатых мордочек, доказано учеными, положительно влияет на настроение человека. Ну как не залюбоваться вот этим неземным существом? Перед вами бенгал, гибрид дикой кошки и домашний. Кевин у нас очень красивый. У него такие яркие розетки. Он очень добрый, ласковый. Спит с нами в кровати. Выведением новых пород люди занимаются сотни лет. Сейчас зарегистрировано более 700. Не так давно в Крыму появились популярные во всем мире мейн-куны. Самые большие домашние кошки в мире. Их длина доходит порой до 1 метра 35 сантиметров. Гори, она такая у нас очень своеобразная, она леди. Она будет сидеть и ждать, пока все покушают, потом пойдет она кушать. Естественно, ей ничего не достается, поэтому приходится открывать новые пакетики, ей достается все самое лучшее. Она знает, что она делает. На выставке можно познакомиться как минимум с 2 сотнями кошек разных пород и выбрать себе домашнего любимца.